Такс, что тут у нас? Констпати Зучоу в полной боевой апатии, не так ли? Партия вами, господа, недовольна. Ровно две недели, как сама Акари пополнила список активных серверов, впустив в ранее плотно сжатое каждого, кто этого желал, и ровно неделю ваше дружное семейство топчет ковры нашего славного кланхола. Господа, есть у вас хотя бы одна жизнеспособная версия того, почему рядовой Лерой до сих пор не апнул 49-й, а? Сэр. Молчать на риторические вопросы. Своим безответственным отношением к получению пилигримьего набора пилигрима за левел рядовой Лерой губит имидж клана, игры и ММО в целом. Неужели среди вас, молокососов, есть тот, кто не мечтал выиграть золотого в уме мять его мягким мехлуми? Сэр, все мечтали, сэр! И даже когда удача улыбается нам не самым каноничным концом организма, втаптывая в грязь грезы о халяве, что мы орем в лицо трудностям? Ворвись в столб или состарься, пытаясь, сэр! Верно, черт возьми, почему у нас всего два голоса в озвучке? Сэр, ну что ты пристал? Безнадега, а не солдаты. Слушай сюда. Этот апрель запомнится вам, помимо прочего, двумя вещами. Первой и второй частями обновления «Война миров» с махачами сервер на сервер вместо Тома Круза и счастьем со страданиями вместо всего остального. Видит бог, я убиваю вов с 2005 года и сделаю из вас настоящих мужчин. Разойтись и предаться ностальгии. Завтра у нас времени на это не останется. Дорогой дневник, сегодня на нас опять кричали. Больше всего досталось Лерою. С тех пор, как мы начали качаться в Revelation, жизнь его не щадит. Он был одним из первых, кто пал жертвой непереведенного текста. Наивный мальчишка в свои 30 с хвостиком всегда славился любовью к лору. И ох, как же радостно он рванул в игру на тестах. Итог? Дюжина колотых и 3 рваных, и мой Янь его знает сколько мелких ранений. Мы до сих пор достаем из него частички иероглифов. Кто же ходит на тесты за лором? Глупец. Но самое неожиданное ждало нас дальше. Прокачка. Нет, все здорово. Мы просто были не готовы так много работать ртом и так мало руками. Я даже не уверен, успел ли я убить хотя бы 20 мобов к своему 50-му. От обилия мирных квестов про разговоры наш язык превратился в одну здоровенную мозоль. Первое время никто и слова сказать не мог. Лерой до сих пор оправиться не может и не может закончить линейку. Мы даже пытались отправить его на рыбалку, хоть как-то попрокачивать скиллы, но когда тебе 30 с хвостиком, в памяти вьетнамский флешбэк про китайские иероглифы, во рту шершавый кусок боли, а в глазах слезы счастья пополам с болью. Все, к чему тебя склонит рыбалка, это алкоголизм. Мать твою, капрал Валера, опять базаришь с книгой ремесел. 3 наряда гринда данжей во благо клана. Но, офицер, ограничения же не можно. Валера, ты долбанное постсоветское дитя в китайской игре. Коммунист ты или нет? Так точно, товарищ сэр! Есть 3 наряда! Ну-ну, дневничок, не обижайся. Это он не со зла. Я скоро вернусь.